Знаете, я бы, конечно, пошел бы сейчас, если что, без приколов, сюжетное задание проходить. Но проблема, знаете, в чем? Ну ладно, это. Окей. Оля. Ладно, это. Ладно, это. Я нашел Занаровый щит плюс-плюс. И ладно, это. Кстати, есть какие-нибудь плюсы у Занарового щита? Потребляет меньше энергии. Что-то там жахнуло. Аж страшно было, пипец. Так вот, и... Проблема в этом. У меня нет лука. Мой лук из Эпсент, как говорится. А еще я вижу... Вот это. И вот, знаете, я бы сейчас, конечно, пошел бы, его завалил бы изичи. На изичи. Но лука нет. Где достать луки, блин? У меня есть оружие, у меня нет луков, у меня даже есть стрелы. А луки-то где достать? И по идее, где-то, наверное, я должен надыбать себе шмотки. Короче, у меня есть ощущение, что я что-то пропускаю. Очень много. Но я вроде и так в эту игру уже наиграл больше, чем... Пожалуй, пойдем отсюда. Вот же собака. Не интересует, не интересует, не интересует. Не интересует, сука. Не интересует ничего. Бля, аж на стену залезу. Так. Не интересует то, что они мне там давали. Меня интересует другое. Где я тут видел сраную пещеру? Сраный ход в сраную пещеру. Я же могу там нормально поживиться, наверное, да? Вот же дерьмо, я не помню, я просто так упал. Смотрите, как текстурки подгружаются. Да, я просто так упал. Что ж. Я абсолютно не помню, где была сраная пещера. И знаете, что я сделаю при этом? Я откачусь. Да. Пусть будет так. Заодно увидите, когда я это записывал. Так какая разница, вы... А, нет, стойте, это вы в Марио видите, когда я что-то собираю, а здесь не видите. Вот у меня две игры смешались. Что так, Switch, что так, Switch. А еще у меня 1000 гребаных рупий. Я не знаю, куда их тратить. Мне нужен магазин, чтобы что-то купить. Я думал, что я как в нормальной RPG. Куплю что-то смешное, шутка сейчас была. Твою мать. Если меня подорвет в воздухе, что ж... Давайте вот так сделаем. Блин! Well, shit. Знаете, а зачем я так тупо поступаю, если я могу просто туда долететь? Хм. Телепортом? Подождите, я же вот... вот. Он где-то вот здесь. Я могу спокойно из новой деревни туда попасть. Нет, я не могу туда попасть из новой деревни, потому что... Иди в жопу, вот почему. Все, не суть. Просто полетели. Я не долечу, правда, скорее всего, но что поделать. Шлинг. Это твой последний полет. Вот этот вот домик из Fallout'а. Если вы слышите на заднем фоне детей, которые как будто сейчас будут насиловать и убивать одновременно, и при этом они зарабатывают много денег тиктоками, это нормально, если что. Это называется жара. Плюс 29, открытые окна. А у Лиги больше нет тем, чтобы комментировать это все. Так, тут же не было никакого магазина. Тут можно было полежать. Но магазина здесь, по-моему, не было. Хотя, подождите. Господи, чё ж такие лесенки-то везде? Я вроде ничего не менял. Так, это что у нас? Это ничего. Поняли? Щеглы, что скажешь? Все спокойно?
Топор, да точно думаешь, что меня зовут Хагада. Хотя я уже говорил, что мое имя Хаги. О, это ты как раз вовремя. Тебя-то я и ждал. А, халява. Возвращаю тебе всю сумму, которую ты платил за проезд на локомоцикле. После провода Фанды что-то во мне изменилось. Я ведь тоже отец, знаешь. Меня стали терзать сомнения. Я подумал, что сейчас самое время начать жить по-честному. Ради моей дочурки Хани. И это никак не связано с тем, что начальник Топор до меня застукал и рассердился на меня. Ты не подумай. Тебе нужно настроить площадку. Проезд на локомоцикле... Сейчас бесплатно для всех пассажиров всех возрастов. Я пойду лучше нахер. До свидания. Слушай, есть что? Опа, дом мечты не нужен, да, посмотрим? Добро пожаловать в Топордострой. Ванда уехала, и теперь я свободна! Ой, я вроде могу вернуться к своим обязанностям. Честно скажу, я отпустил ее с тяжелым сердцем. Похоже, в пустыне Геруда сейчас бушует песчаная буря. Но мы, оставшиеся здесь, можем лишь охранять ее родину, куда она должна вернуться. Так что мне лучше заняться работой. Главная задача Топордостроя — помогать заказчикам в строительстве дома их мечты. Кроме таких основных модулей, как кухни и меблированные комнаты, мы также предлагаем другие помещения. Например, галерея для избранных картин или место для любимой лошади. Но что самое интересное, заказчики могут сами комбинировать эти модули. Ты выбираешь желаемые модули и собираешь из них идеальный дом, о котором всегда мечтал. Вот что представляет из себя наши услуги. И еще, когда дом мечты готов, мы вручаем заказчику памятный подарок. Вся наша семья в долгу перед тобой за помощь с Вандой. Если захочешь построить себе дом мечты, я дам тебе скидку. Я не хочу. Если захочешь иметь дом мечты, обращайся ко мне в любое время. Я буду рад видеть тебя. Совок? Совок, дом мечты! Это хрущевка Сталинка или что-то еще. Так. А, вот у них же есть магазин. Но в этом магазине ничего нет, в том-то и дело. Тут есть бомбоцветы и другая параша. Демонтаж на раз-два, да-да. Я не хочу ничего. Ладно. Так. Что ж. Тут нет магазина. Я в жопе. Я все еще не знаю, куда мне нести это греб... По-любому где-то прямо здесь или где-то внизу, где-то рядышком есть святилище, которое надо принести этот храм. Где моя лошадь обитает, я вообще не чешу, я не знаю, не чешу вообще, ее не существует, здесь нет гребаных конюшен, они все уволены! Ставку подняли и, в общем, кредиты заблокировали, да. Но я должен дойти до сюжета. Ты чё, пёс? Не, давайте оставим хотя бы, ну, красивое что-то. Давайте не будем полетный меч использовать, вот так вот. Ох ты, мразь! Только дай подойти. А, ладно. Ну, у меня просто лука нет. Как-то стрёмно последний тратить. Мне нужен лук. Ребят, лук нужен, пипец. Дайте. Срочно дайте. Я понимаю, что их надо выбивать с врагов, но я врагов не вижу. Я вижу только вот этих вот дурацких хреноплюев. Сюда иди. Да, я так и хотел. Так и было все задумано. И даже не смейте говорить то, что я кривой. Этого не было. А чем я занимаюсь, серьезно? Вот зачем я этим занимаюсь? Это ты кто? О. Слышь? Ну ладно. Пусть будет принцесса тишины. Я просто на самом деле иду к святилищу и думаю, что... Что я делаю что-то хорошее. Мне уже сказали то, что я играю... Вот так вот и мне сказали. Я не хочу с тобой иметь ничего общего, сраный медведь. Скорее всего, я занимаюсь какой-то...
Вот я вот, я думал, что из-за того, что я постоянно летаю, нахожусь в воздухе, лазаю по скалам и так далее, я ничего не могу найти. Вот я прошелся, что я нашел? Ничего. Только люлей чуть не ответили мне. Ну и вот это вот говно. Мы же можем сделать себе точилу. А мы сделаем потом точилу. Святилище России так и века... России так и века... Сикака! Акуна Матата! России так и века... Нет, ладно, окей, Шикака и Акуна Матата, это максимум, что я могу. А то, что там было... России, короче... Россия! Извините. А ладно, никого уже не осталось. На кого? А я голый! Стелс бич. В этом святилище очищается в заточении древнее зло. Дальше не позволено брать с собой снаряжение. Я голый. Путь отваги. Пробег. А можно мне этот лук оставить? Чш, они все спят. Ладно. Извините. Зато лутянского наберем. Я же могу прямо сейчас склеить что-нибудь, хотя мне нужны другие палки. Так. Блять. Как мне найти выйти? Что-то меня здесь хотят вообще, тут просто какая-то территория, на которой творится какая-то дичь. О, я знаю. Вижу, можно всех попередалить нахер. Ебой! Дошло. Слышь! Кокобух едет! Теперь вы должны понимать, почему кокобух. Потому что они явно не какие-то злостные, да так. О, господи, тут еще щиты можно сделать. Дрифтуй! В смысле? Ну ладно. Я знаю, что надо сделать. Надо притащить ее сюда и поставить на нее вот эти вот шипы. Сейчас мы, короче говоря, сделаем себе барану. Кто играл в Кармагеддон 2000, тот понимает, о чем я говорю. Сейчас. Похер вообще, погнали. Это выглядит криво, но зато работает. Можно еще поставить, там же огни дышащие были, да? Сейчас посмотрим, как это работает. Чуваки!
Блин, а там огнедышащие были? Нет, сейчас мы, короче, переоделаемся. Я уехал, я умчался. Фак. Да, это огнедышащие. Вот же мразь. Отстань. Отстой. Фак. Ну, видимо, не получится. Он меня затрахает. Мы его сейчас задаем нахер. В жопу пошел. Бьет он. Я вот не понимаю, меня щиты так останавливают жестко. Минус. Знаете, что я дольше буду крепить, по-моему? Ну ладно. Ага. Чё, как? Господи, это так тупо. Ну ладно. Да господи, иди в жопу! Ладно, я их так передавлю. Не будет никакого этого. Огнедышащего. Дракона, на котором я могу поездить. Это уже спешит. Ты дебил? Ты дебил? Ты дебил. Да, я поставлю уже огнедышащую херню. На, пошел нахер отсюда. Запрет на снаряжение снят. А можно было такую крутую тачку сделать и так просто позажигать. Я бы такой зажигалочкой был. Ну нет, ну нет. Так, вопрос. А вот эта херня как-то... А, подождите, там открыто было все это время? Блядь, конечно же, я пойду пешком, когда у меня вот здесь тачка стоит, да? Я хорош. Бесконечный заряд энергии. Это круто. Нет, оно закрыто. А какие Владиславович? Ну, я просто не вижу вариантов ее достать. Да, там прям вообще крутая точила поставлена. Наверное, как-то туда можно попасть, но я абсолютно не вижу как. Да и похер, я уже прошел. Не особо-то и надо. Не особо-то и хотелось. Вот сюда только можно... А, подождите, тут наверх можно было зайти. И нахера? Ох, ничего себе здесь! Ладно, я понял, как залезть туда наверх. Так, ладно. Почти. Что ж. Да
Я мог такое здесь сделать. Но... Соснул. Ладно, я просто как дебил на всяком говне перебил. Блин, тут вообще жесть была. Нам просто залезть наверх. Да ё-моё. Ну и ладно. Ну и не надо. Можно это себе заберу? Дайте. Ну дайте. На что мы приделаем это? Давайте думать. Большой волшебный жезл. Идеально просто. Изи. Ну попробовать стоило. Ну попробовать стоило. Стоило. Ладно, хорошо. Постараюсь этого не делать. В битве с врагами. Хотя... Не факт. Ой, еще один волшебный жезл. Что ж, мне полетный меч нахер не нужен, поэтому возьмем. Очень полезная вещь. Можно лук? Не, хоть этот лук-то оставили, нет? Нет, иди в жопу называется. Ты серьезно, что ли? Мне нужен лук! Хоть что-то дайте! Любой! Ладно, я думаю, что если я пойду по сюжету, там все... По сюжету? Я и так по сюжету хожу. Вот я шел по сюжету сейчас, и что-то луков мне не дали. Говно. А говнина говда. А, ну да, Володарский бубер. Да и он озвучивал фильмы точно так же, как я, Лецклей. Мой кубир. Кубир-бубир. Что я сейчас сказал? Какую дичь я несу? Эх. А ты кто? Дом? Я не хочу строить дом мечты. А, ладно. То есть вы предлагаете мне строиться здесь. Вау, тут ровным счетом ничего. Как бы сказал какой-нибудь человек. Скучной инфраструктуры никакой нет. Тогда он поехал отдыхать на море. Да. Так, ну, знаете, у меня нет других вариантов, кроме как пойти кого-нибудь жахнуть. А я не знаю, кого мне жахнуть. Я даже не могу своего поматроса найти. Я уже сколько... Сколько частей видео я не видел по матросу? Сколько частей прохождения я не чувствовал его большой, мощной, жирной задницы, которую можно будет сожрать? Я же не долечу до туда, мне скажут, иди в жопу. Кися? Ну и что, что ты не кися? Беги! О, я вижу, кому жопа сейчас придет. Так, я пошел охотиться за этими. За лутом. Сначала только сохранюсь. А то я не помню, как драться уже в этой игре. Эй, сосун. Здорово. Эта херня куда-то упала, ну и хер с ней. Где эта дичь, которая здесь ходила? Иди сюда. Нам поговорить надо. Угу, я понял. У него броня. Вот теперь поговорим. Все? Готов? Че они там есть? Это мне вообще нахер не нужно, в том-то и дело. Хотя, знаете, он большой... Да у меня и так много всего большого и жирного! Мне это все не надо! Мне нужен лук! Так, вот знаете...
Подрывать это, конечно, можно. Но я думаю, не нужно. Давайте мы туда лучше залезем. Убери это говно отсюда. Я не могу? Я то выбрал? Идите. Давайте уберем вот это. Я не то выбрал, дебил. Я думаю, что я не могу залезть-то? А если бросить это, оно взорвется, да, когда долетит? Ну да. И вот я... Ладно. Кого мне еще надо убить, чтобы получить... Мне нужны эти роботы. Санины вот эти вот сраные. Я вообще бегаю, скажите мне. Почему я бегаю по краю вот этого сраного... Тут же по-любому ничего нету. Или тут есть все на самом деле, а я ничего не вижу. Пробегаем мимо такого большого количества лута. Вот стопудово всякие пещеры и прочее не вижу. Где находится весь лут? Ну как так-то просто, а? Пошло все. Даже заползти не могу, потому что сраный дождь пошел. Я ненавижу эту игру. Здорово, какая? Ты меня не интересуешь. Ой, здравствуйте, мне тоже не интересуете. Хотя, подождите. С вас падают лутянские всякие. На. На. Че, зря что ли вот это... О, ты меня не интересуешь. Да, давай будем стрелять, когда они наступают. Давай убегать лучше, когда они наступают. Нам они не нужны. Блин. Зачем я хочу сюда... Зачем я сюда хотел подняться? Кто не вспомнит? У меня же нету ни у кого зелья, чтобы лазать по этим, да. Или есть? Так, бодрящие зелья, бодрящие. Вот. Мгновенно восстанавливает силы, что... это не то. Так. Вот. Защита от скольжения. Ну сейчас-то все нормально будет, да? Ты серьезно? Видимо, не это скольжение имеется в виду. Абсолютно не это. Вообще не это скольжение имеется в виду. Что ж. Нахер мне эта ветка? А зачем я туда хотел залезть вообще? Но будем думать, что мне это не нужно. Итак. Что же я могу здесь найти? Там же по-любому ничего нету. Я вижу луки! Все, мы идем туда. Вот вы мне нужны, ребята. С вас луки падают нормальные. Мне нужен лук какой-нибудь. Я не могу пойти на... квест такой, знаете, ну, дополнительный. Там, где напарников вручают, прочее говно без лука. Нахера защиту от скольжения выпил? Погнали, сразу их уделаем. Пацаны, здорово. Просто дайте лук. Вот я вижу, у тебя есть, стопудово. У меня вообще лука нету, кстати. Вот что я понял. Что? А, ладно, бывает.
хороши. Че качественно. Вау. Что-то я не думал, что мне все снесет. Бля, муха, ну это... Лука нет, ничего нет. Что мне делать? Я бы спокойно снес того дебила. Не могу. Где достать? Ну, я реально не знаю. Где достать одежду и прочее? Я вроде ничего особо толком не пропускаю. Да. Пошли вон. Это я на секунду убрал щит. Ну, это сложно. Блин. Сейчас все будет. Сейчас уделаем их. Легчайше просто. Так, щит ничего особо толком не дает, поэтому мы сейчас берем вот это вот говно и погнали. На! На! Ты что, охерели, что ли? Серьезно? Да это пипец! Слишком далеко бьет. Надо на опережение играть. Блин. Это тяжко, когда тебе все хп сносит просто за одну тычку. Нет смысла хилки юзать или еще что-то. Это... Dark Souls легче, если честно. Ну, понятно, что мне не нужно с ними сражаться, но я хочу лук. А у меня нету даже лука, из которого хотелось бы пострелять! Надо снести вот этого говноеда. Он мне очень сильно мешает. Пипец. Чё? Ладно. 3 хп то же самое, что все хп. Ладно. Вот здесь даже может что-то сожрать. У меня все-таки есть лук, а почему мне его не дают взять? А, ладно, не важно. Вообще можно выпустить было дроны, конечно. Давайте сделаем. Надо бы поесть. Да ты издеваешься. Надо активировать его. Да! Отвалить от меня. И еще жрем. Блин, тут 11 хп, это охренеть. Да ты серьезно? А, ну ладно, он не все хп снимет. Я нажимаю град ударом. Нету места, окей. Жесть, они, конечно, жирные. На! Нормально они. На тюленя все они кинулись. Пипец, я даже с своим мощным оружием ничего не буду делать. Еще и голем и резак вот-вот сломается, это же офигенно.
У меня больше нет ничего одноручного, поэтому... Отвяжитесь от меня. Тюлень, помоги! Пипец просто! Хорош, тюлень! Как же он помогает, когда нету лука? Охренеть, просто охренеть! Это... Я даже лучшим своим оружием не могу им нормальный урон нанести, пипец! Ладно, мне... Ну, а где лут выбивать? Я хз, в том-то и дело. Ладно, у меня есть лук голема хотя бы теперь. Автономомолот. Автономомолот. Прочный занаровый меч, каким владели занаи. Прикреплен к нему механизм и материалы зана... А. Это тот, кто исцеляется от гном. О! Нормально. Лук голема. Вот, вот, набубивал всякого гона. Отлично. Лазер-заслон мне не особо нужен. Так, мне нужно сейчас прикрепить это добро к чему-нибудь, а у меня ничего-то и нету. Вот это вот мы сейчас расчекрыжим. Потому что мне нужен вот занаровый меч плюс. И мы к нему прикрепим... Так, где этот рог капитана? Или как он там назывался? Нет, не это. Вот оно. Отлично. Теперь у меня есть чем драться. Окей. А что? Ах, ты мне подкинешь какое говно? Три занара. Ну ладно, здорово. Пока. Окей. Я надыбал себе лут. Можно пойти попробовать повыживать там. Хорошо, что вспомнил, что у меня есть автономный бот. Так, ну бежать я, естественно, туда не буду, хотя тут недалеко. Мы топаем. Хотя нет, потопали пешком. Нет, ну слишком долго топ. Хотя нет, все, погнали. Ничего не знаю, просто погнали. Приключение пешочком. Вдруг что-то найдем по пути. Оу, я вон там вот, может быть, что-то увижу. Ой, пошли в жопу. Тут вообще ничего нет. Блин, ну тут реально ничего нет, я просто... Угу. Это обман? Чувствую, что вот здесь что-то есть. Только не этим. Тут же что-то есть, да? Ровным счетом ничегошеньки. Бляха муха. Окей, там ничего не было. Может, кто-нибудь меня тут на халяву прохилить? Мне бы еще, кстати, приготовить еды бы. Но там, по-моему, в лагере нельзя приготовить еду. Но спрашивается, зачем я бегу? Ну, вдруг я что-то найду. Сундук. Сундук. Зато я нашел дерево. Очень много дерева. Которое вообще мне не сгодится на что-то.
Может быть здесь... стоять. Я чувствую, как в этом сундуке что-то есть. И он плывет ко мне. И в чё в тебе есть? Повреждённое лезвие, изготовленное из особого металла Зоры, наносит больше урона, когда мокрое. Вау! Вот это мы уберем. Ну ладно, пусть будет. Тут же тоже по-любому что-то есть за водопадом, да? Я почему-то верю, что есть. Клинковый сазан есть. Тупо рыбу руками ловим. Все хорошо. Утонул нахер. Я так и знал, что ты здесь козлина. Скажи мне, куда девать эти гребаные корокские семечки, скотина, ты тупая. Мне некуда их девать. Я их как дебил собираю и все. Естественно, я обращаюсь к нему, а не к вам. Надо рыбки пожарить будет. Так, ну здесь, короче, выбираться вручную уже нет смысла особо. Хотя я могу прикрепить ракету, конечно, но... поэтому давайте через телепорт. Тут реально нет смысла идти. Пешком. Поэтому мы... А как мы? А мы вот так. Просто чуть-чуть наверх так. Чпоньк! И все. Так, ну вот, я, в общем, вышел на охоту, поохотился. Очень хорошо было. Такое чувство, будто охота зашла домой, и я ее не нашел. Да. Ладно. О, здорово. Вот у тебя нету нигде здесь что приготовить там, где, по-моему, есть. Вот там, вот. Да, вот там вот. Я тут утону сейчас нахер, захлебнусь вам. Что тебе надо? О, Линк, я как раз хотела с тобой поговорить. Это насчет доспехов Зора, который ты когда-то носил. Они были повреждены в предыдущем бою, но мы их сохранили. Более того, я их почти починила, не хватает только одного элемента. Мне нужна чешуйка древней араваны. В последнее время эти рыбы нам не попадались, я даже не знаю, где они водятся. Но раз их применяют при изготовлении доспехов, то кузнец Дента может что-то про них знать. Прости, что мы не отдали тебе доспехи сразу, но мы хотели их починить. Если найдешь древнюю аравану, Линк, принеси ее мне, пожалуйста. В доспехах Зора ты сможешь подниматься по водопадам не хуже нас, хоть ты и хайлиец. Они наверняка тебе пригодятся, просто не забудь принести мне чешуйку. А кто есть Дента? Дента кто? Я понимаю это все, то, что ты мне сказала. Кузнец Дента. Пс, кузнец Дента, где ты знаешь? Леди Йона и принц Симон! Отличная пара, кажется, вся неловкость между ними исчезла. Я думаю, что в отношениях всегда нужно оставаться с собой. А теперь мне пора приниматься за работу. Твою мать. Ну, я так полагаю, он дома. Это кузнец Дента, надо сходить домой и все прочекать. Не думаю, Жоада не знает. И сейчас я не буду ни за какой древней араваной охотиться. Блять, здесь хер пройдешь. Говна напихали. Но зачем вы мне переключили задание-то? Сюда же, да? Ну, видимо. Так, с помощью Сидона мне удалось победить монстра. Да-да-да, это оно есть. Ладно, погнали. Сидон! Правда, там я прочитал Симон, но... Сидон!
Тимон! Не суть. А, я же хотел... Нет, меня женщины отвлекают. Я же хотел сделать себе еды. Не отвлекайте меня, женщины, своими дурацкими штуковинами. А еще может туда сходить, там расчехлить. Еще вот это вот меня интересует. Видите, вот, вот такие... Символы, знаете? Тут же где-то была, да? Понятно, что при... Я почему-то думал, что была. Ну и ладно. Не особо-то и хотелось. Вообще-то очень хотелось. О-о-о-о-о-о. Здесь что-то есть, я прям чувствую. А что здесь есть? А? А зачем это здесь? Я прям чувствую, как я иду незачем абсолютно. Офигенно. Well. Это было чертовски бесполезно. А, это же владение Зора. Только сейчас понял, что это их город. Лететь 300 лет. Не, я реально слишком много летаю, но мне нравится. Но пока есть оружие, то, в принципе, чё не летать-то? Так. Не просто лететь в это говно? Так это легчаешь? Ну вот, к нему, я так полагаю, вот здесь он тусит. Да. Что ж эти жалкие катсцены ненужные? Здравствуйте. Чё у вас под катсценом? А? Так вот как можно забраться на небо. Просто посмотреть вокруг? А? Что это? Что это было? Неважно, у нас нет на это времени. Откуда этот свет? Из катсцены. У меня идея. Да ладно. Оп! Капец ты, акула, полупитер. А вот тебя Пита называть. Слушай, сделай так же с моей ванной, засорилась, пипец. Мне нужен маленький полупитер, чтобы его запускать в ванну, чтобы так было. На дне озера есть проход! Будь свободен! Ныряй! Лин! Офигенно, я дышать под водой не умею, ты помнишь, да? Что ж, ладно. Ныряй так ныряй. Ну я как бы не быстро ныряю. Ну или быстро, погнали. У-ху! Вот, вот, вот так и надо, да? Просто на дно? Дно! Это моя остановочка, ребят. Итак, Сидон, куда ты меня привел? Это что за твою мать? О, я вижу халяву. Сидон, а что ты хочешь от меня? Я, по-моему, пропустил что-то. Погодите. Где-то здесь должна быть подсказка, как найти водный путь. Хм. Ну. Я вижу подсказку, как надыбать всякого говнолута. Я не те кнопки нажимаю, пипец. Слишком много всего здесь, что надо нажимать. Еще один меч Зора. Этот на 12, между прочим.
А, это тоже было на 12. I don't know. Ну, всяко лучше, чем походный клеймор. Как его сделать вечно мокрым? Вечно молодым. Понял? Вечно пьяным. Видите, вечно пьяный клинок, он такой. Вечно вялый такой. Это что за херня вон там вот? Торчит. Наверное, надо было не через водичку, а вот там вот слева обойти. Но я не ищу легких путей. Какие легкие пути, о чем? Увы. Что ж, что же с этим надо сделать? Просто потыкай в него. Я вас понял. Окей. Очень жаль, что я не дотягиваюсь. А вот эти могу? Понял. Я могу здесь построить зиггурат? Сейчас, погодите, мы сейчас будем использовать физический движок этой игры. Она сейчас упадет, что делаю? Так. Окей. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Я не ищу легких путей. Здесь по-любому есть легкий путь. Да есть легкий путь, конечно, бомбоцветом взорвать. Но кому это нужно? Никому не нужно. И все, легчайше раз. Сейчас поднимемся и как жахнем. Он упадет, правда, сейчас нахер, к чертям собачьим. Блин, если не сработает. Работал. Что ж, я говорю, не ищу легких путей. Я если-то пришел с каким-то большим дрыном. Там, скорее всего, какой-то лут был еще снизу. Ну и ладно. Может быть, сейчас лут всплыл. Может быть, я сейчас могу добраться куда-то, где есть лут. Да, там есть лут. Но я не поплыву туда, это же пипец. Там еще один меч Зора есть или еще какая-то другая херня бесполезная. Я вас понял. Эй, сейчас бы матроса сюда. Там матрос такой... Открытие! Святыня древних Зора. Исток Ланейру. Че? Вижу здесь кусок говна, который надо сбить. А здесь все мокрое и скользкое, так что я не смогу забраться. Так, видам. А что если мы сделаем вот так? Так, оп-оп. Хопа, я долетел. Просто думал, что не долечу. Так, что вот здесь есть? Ага. Что ж. Да, я снова не ищу легких путей. Не хочу бомбоцвет тратить. Ну заодно посмотрим, что здесь. Ты можешь залезть на это говно, Линк, пожалуйста? Ну вот, да, вот это каменное нечто, спасибо. Почему, когда он начинает лететь, звук счетчика Гегера рубается?
Ну, может быть, я сам себе напридумывал, я могу здесь по стенам забираться. Ну, по невысоким могу. Ничто мне не мешает. Может, здесь лучанский есть какой? Просто жизнь занырзула. Линк ради лута. Вот здесь чувствую, есть что-то. Прям чувствую. Так. Здорово. Давай. Я готов. Давай. Ну я нахрен не могу здесь стоять. Так. Против него работает что? Холод или наоборот? Мороз. Против него работает холод, судя по всему. Серьезно? И все-таки огнефрукт. Да ладно тебе. Ну, это... А, у меня есть такой луголем. Что ж, не хотелось бы его тратить на самом деле. Ну я сейчас замерзну здесь нахер. Пипец, я буду его расстреливать 300 лет. Спасибо, что сдохло. Не знаю, как пробовать через это, ну, может с какой-то одеждой, либо с каким-то лутом, но... Что ж, понимаете, у меня каменный плитозаслон лучше, чем это, но с каменным плитозаслоном я уже хожу 3000 лет. О! Ледофрукты потерял, ледофрукты получил. И спрашивается, нахера я сюда иду? Ну, кроме того, что потратил время на этот гребаный... Здорово. Спасибо. И это все? Здесь просто была пещерная пипа? Это все? Я, конечно, не понимаю. Так. Загадочный кристалл, оставленный пещерной пипой. Слегка светится синим. Если долго на него смотреть, захочется найти побольше таких же. Наверное, они нужны для какого-то квеста. Ну, я не знаю, для какого. Я просто пришел сюда ради вот этого... Вот поэтому я не следую ничего в этой игре. Это абсолютно бессмысленно. Ничего нет. Никакого праздника. Ничего нельзя. Ты просто получаешь по лицу и тратишь ресурсы. А в ответ тебе ничего не дают. Только дают боль. Адскую боль. И все. Я должен был взорвать ту херню снизу. Да пошло все. Я даже не знаю, куда я упал. Я удручен и обескуражен. И другие интересные слова. Например, такие как ортогональный. Я ортогонально удручен, обескуражен. Да ладно тебе. Так, мне нужно подобраться поближе, короче говоря. Чтобы выстрелить по вот этому вот добру. Из бомбоцвета. Потому что, ну тут...
Я не вижу возможности, чтобы взорваться сюда. Хотя можно построить плот, который будет стоять и сделать на нее. А, не. Мне лень думать. У меня есть бомбоцвет. Бомбоцвет наше все. Let's go. Я шо, буду каких-то глыбников убивать, что ли? И зачем? И что это мне дало? Мне нужно еще одну разбить, что ли? Да ё-моё. Мне просто нужно забраться вон туда. Чтобы забраться туда, я так полагаю, мне нужно несколько этих быть. А я не вижу второй. А, вот это что ли? Кек. Хм. Я так полагаю, я не могу туда забраться вот так, да? Конечно. Ладно, хорошо. Здесь можно сделать что-нибудь тупое. Типа... Типа вот такого. Вот такого. А-а-а! Сбрасываем по ним. Нет. Так нельзя. Так. Ну, тут можно просто сделать коробку. Получится же, да? Вроде должно выйти. Оп. Зачем я так что-то здесь сложно делать начал? Что-то херня какая-то получилась сейчас, ну ладно. Легчаешь. Меня так вынесет нахер, просто как знаете, вот называется, дал проср... Чё? Я думал, что мы дали просраться. Так, ладно, хорошо, ищем дальше. Ну, я здесь и так был. В общем, сначала я кустарными способами исследовал все, что здесь нужно и не нужно. Теперь я куда-то пошел. Да не нужен... Вот скажите, зачем мне столько щитов Зора? Мне нужен лук, мне нужно оружие, мне нужно что-то. Ну не щит Зора третий уже. У меня лучше есть. Я не понимаю. Оружия нормального нет. Ну вот как жить в этом говне? Только с ненавистью. С ненавистью к зелье, потому что она... Плохая. Вопрос, я не вижу теперь, куда мне идти. Слушайте, если мне сюда надо было изначально идти, я просто сотворил какую-то дичь. Открываю эту воду, это прям... Ну, у меня есть подозрение, что реально надо было так сделать. Кек. Ну, вот сейчас я спрыгиваю и лечу туда. Извините. Просто здесь так жестко стояли. Давайте не будем тратить нормальный лук на них. Что за лабиринты здесь, я? А можно чуть попроще? Где-то должна быть херня, которую надо пробить. Нет, вот ты нахер идешь.
Я, правда, не помню, почему она нахер идет, но все равно. Просто идет нахер. Мне показалось то, что сверху надо прыгать. Ага, здравствуйте. Ну, раз эта херня здесь выскакивает, значит, я иду в правильном направлении. Ну, пусть будет желе чуть-чуть где-то понадобится. Так. Вопрос. И зачем я сюда шел? Я думал, что можно воду здесь как-то спустить, чтобы он... Я чувствую себя дебилом, если честно, вот туда. Дебилом чувствую себя. А нахера я сюда шел? Ну вот для чего нужен? Эта игра начинает меня немножечко выбивать из колеи. Потому что зачем я сюда шел? Я не знаю. У меня кончается еда. То есть тут ничего не было. Я просто два раза обошел. Если вдруг я что-то не увидел вплотную, ну что ж, извините, я не вижу вплотную ничего, видимо. Забуд форсил. Сломал все, короче. Я не знаю, где здесь надо поднимать воду, без понятия. Тот, кто делает этот данжен, может уволиться нахер из Nintendo. Это было плохо. Я не знаю, куда идти, что делать. Я запутался в этом данжене. Серое на сером, потом... Нет, жопу. Мне не понравилось. Я отрицаю этот данжен, его не было. Говно потекло! А ты не мог мне помочь там, ну, в чем-нибудь? Ладно, мы обрушили водопад с небес. Почему-то он желтый. У меня много ассоциаций, но я промолчу. О! Это же водопад! С неба льется вода! А? Линк, что случилось? Это ты устроил? Ясно. Значит, ты включил загадочное устройство в руинах. И потом появился водопад. А, я все понял. Для Зора водопад такой же путь, как и обычная дорога. Вот что означает водный путь. Я рад за тебя, конечно, я рад. Знаешь, что проблема? Ты Зора, а я Линк. Линк. Лишенный интеллекта. Плавь по этому водопаду, мы сможем забраться на небо. А? Линк, я в тебе не сомневался. Ты хорош. М? Что это? Сюда. Пока. Сюда. Пока. Я здесь. Пошла в жопу. Это же Зельда. Опять. Меня кто-то зовет? Что это был за голос? Ну, теперь путь нам известен, можно отправляться. Облачившись в доспехи Зора, ты тоже сможешь плыть вверх по водопаду. Забери доспехи у Йоны в парке Мифы. А ты хорош. А знаешь, я знаю, что я не смогу их забрать. Скотина. Так. Говорят, что в доспехах Зора, который сейчас в починке у Йоны, даже Хайлит сможет плыть вверх по водопаду.
Владение Зора занимается починкой Йона занимается. Что ж. Так. Используем телепорты по максимуму. Чуть зря открывал, что ли? Видимо, нам тут столько надо телепортироваться по этим квестам. Как хорошо, что я все нужные точки телепортации, извините, быстрого путешествия открыл. Бодрый краб! Кайф. Пока-пока. А какого хера ты вообще здесь остался? Дебил, что ли? Свалил отсюда! Ну, пока так пока. Я забыл, что его находил. Да я все... Я не знаю. Что я делаю? Я потерялся. Я не понимаю, что от меня хотят. Ничего не дают, бьют больно. И вообще считают меня придурком. Я не хочу, чтобы меня считали придурком. Это я про вас, между прочим. А в игре все нормально. Так. Что у вас по магазину-то? Давай посмотрим. Что есть? Я? Ай. Да-да-да. О. Кстати, я кое-что продаю. О. Так. По частоте использования, по типу. Угу. По цене нельзя, да? Понимаю. О. Так что у вас тут есть-то? Прыть фиалка, хайрульский бис, рис. Его, кстати, можно это что-нибудь с ним изготовить. А я возьму. Три. Просто захотелось. Стрелы мне не нужны. О, водофрукты, кайф. Хайрульский помидор. Вопрос, где у вас кухня здесь? Я полагаю. Ты кто? О, Дента, здорово. А, это ты! Тебе чего-нибудь нужно? Древняя Аравана, говоришь? Ну, если она тебе нужна, я тут слышал, что ее недавно видели у статуи Мифы, что на пике молний. Это очень редкая рыба, которая использовалась для починки доспеха Зора. Ее не видели уже много лет, а теперь она опять вдруг появилась. Из-за катаклизма, наверное. Ля, кухня у вас где? Может, гостиница? Ладно, я нашел Дента. Окей. Пик молний, статуя Мифы. Пик молний, пик молний, пик молний. Здесь? Там была статуя Мифы? Ха? Да? Ух, вот это мне нужно, да. Окей, погнали готовить. У меня рыбы здесь. Просто вот берем рис. Берем в руки. Рис берем в руки. Да. Рыбка, рыбка. Сочная рыбка. Карта с чем будет? О, рис будет боевые онигири, атака плюс. Кайф. Блин, так здесь негде водиться. Или есть? Стой. Это было... Подождите, так у меня же и была древняя Равана, я из нее сделал еду. Я же ее уже ловил. То есть, подождите, я древнюю рыбу просто взял и сготовил. Хотя она нужна... Господь. Они, наверное, охерели, все таки сидят, думают. А че он ест древнюю рыбу, которая нам нужна? Ладно. Йона, ты хоть предупреждаешь, что селедку-то жрать нельзя было? У меня просто рыбный день, там все такое... А то он сидит такая, селедка.
Да-да-да, одна чешуйка. Принес. Доспех Азор, да. Бери древнюю Аравану. Ты могла это ничего не говорить. Просто мог тебе всучить ее. Древняя Аравана. Теперь я могу завершить ремонт доспеха Взора. Подождите немного, а я его быстро закончу в мастерской. Отлично, все готово. Так я просрала броню, продала его на Авито. Доспехи теперь как новые. Доспехи, созданные усопшей принцессой Зора для будущего супруга. В них даже Хайлиец сможет плыть вверх по водопаду. Три брони! Три! Да! Возьми, пожалуйста. Я рада, что мне удалось их починить, ведь это превосходная броня. С доспехами Зора ты сможешь плавать вверх по водопадам, как Зора, хоть ты и Хайлиец. Ты не сможешь подняться по водопаду, загрязненному слизью. Но ты, Линк, наверняка сможешь проплыть вверх по этому водопаду, хоть вода в нем и не совсем чистая. Пусть это поможет тебе разыскать принцессу Зельду. Спасибо большое, ты мой прекрасный принцесса! А зачем тогда мне нужна теперь... Мне тогда вот эта одежда теперь не нужна. Она как бы просто такая... И все. Теперь я похудел сразу несколько раз. Что ж, ладно. Но мне же не сюда... А почему не переставляется, да, квест автоматом? Ну, наверное, мне вот сюда. А куда мне хотят, чтобы я пошел? Я что-то... Что-то я... Чё? Ладно. Мне же нужно сюда идти, да? Она мне показывала куда. Мне показалось, что она показывала мне на рыбу. А мне не нужно на рыбу. Погодите. Стойте. Я что-то... Не вдупляю. Но Сидон же залетал в другую... Ааа, я запутался! В этой игре, пипец! Нет, конечно, иногда маркеры меня сбивают очень сильно, маркеры квестов. Прям... Типа, иди наверх, тебе говорят. И ты такой... Что? Вот, через вот это вот надо подниматься. Все. Почему она показывала на рыбу? Она пока... Мне показалось, что она показала на рыбу. Но, скорее всего, она показывала вот сюда. Потому что нафига ей показывать мне на рыбу? Какой в этом истинный, сокровенный, сакральный смысл? Короче, прощай, жестокий мир. Я понеслась. У-ху! Блин, зря, наверное. Просрал его ветер. Я надеюсь, я не умру сейчас. Легчаешь. Все, я полетел. А как? А. Капец, я дельфин! За селедку! Кильком силу! И право голоса! О-омутный. Или о-омутный. Это остров Омутный, видимо, да? Жесть. О, я вижу там... Я вижу там сюжет! Что за... Твою мать, это было... Мне нужны, кстати, ракеты. Надо было ракеты взять, на всякий случай. Ну что ж. What the fuck? Ладно, я промахнулся. Ладно, это не работает. What the fuck? Чего? Жесть какая. А что с гравитацией? Понял, просто увеличенная гравитация. Ну, просто прикол. Братан, здорово!
Пошли домой! Меня плющит. Что это за место? Я чувствую себя таким легким и воздушным. Блин, реклама какая-то вспоминается из 90-х. Странное это место, но сейчас нам нужно сосредоточиться на поисках источника слизи. Давай разойдемся, Линк. Отличная идея предлагать чаще. Надеюсь, ты пошел в фильм ужасов сейчас сниматься, да? Хорош. Как же ты хорош просто. Хорош. Так. Это что за твою мать? Есть мнение, что мне нужно вот сюда вот. Етицкая сила. Офигеть. Пипец. Не сюда! Линк! Вот сюда. Погнали. Так, надо повернуться в нужном направлении. Линк, твою мать, ты понимаешь, что вперед это не то же самое, что взад? Не делай так, пожалуйста. Так, а здесь-то что? Как с этим-то говном разбираться? Здесь что-то выскочит сейчас, да? Скажет мне, как быть? О, намая. Так, и куда мы? Докуда долетим-то? Тейда! До центра подбросишь? Нормально. Подбросил. Красивый. Давай. Хорош. Я чувствую, что мне сюда надо. Ёпрст, здесь надо, конечно, будет пролететь несколько раз. А можно я, ну, тут жить буду? Может быть... А? У меня ощущение, что что-то сломалось. Спасибо. Как-то нельзя их перезапустить? Просто, ну, вот, перезапустить. Угу. Можно вот туда пробовать лететь. О, я вижу лут. Только мне не это нужно было, вот это вот. Здорово. Да пошел он. Хорош. Тюлень. Какой щит ты, о чем? Ты видела мою, как ее там называют, господи. Черный гоблиномолот. Ну тут психовина... Психовина, что? Дай мне ее сюда. Я понял тебя. Не берется. Так, куда идем? Тут что-то есть. Я прям чувствую, что что-то есть. О, можно же так носить, что-то я. Усложняю себе жизнь. Далеко! Что ж, это не входило в мои планы, но надеюсь, там будет дальше еще. Как сложно себя контролировать, чтобы не упасть-то. А, черт, у меня есть бомбоцвет, все нормально. Бомбоцвет и водоцвет. Вроде бы был.
Нет, у них нету. Что, у меня есть паровик? Что ж. А у меня есть где-нибудь? Что ж, я его потерял. И он вообще не обещал вернуться. Может быть, он где-то здесь. Что ж, минус лут. Потому что я больше не вижу нигде ничего, чем можно было это все почистить. Хотя, подождите, вот это вот... случаем не в этот цвет? Это чудо-редис. Что ж, ну... тоже нормально. Когда я видел водоцвет, его мне надо было собирать, а его у меня больше нет. Это отстой, потому что я да за вот это вот не знаю, как зацепиться. Ладно. Не особо-то и хотелось. Ладно, видимо, летим сюда. Я же могу в процессе, прямо в полете взять и как... А, ты прям летишь в нее и улетаешь. Наверх прикольно сделано. А вот эту, а вот это вот я соберу. Интересно, что было в том сундуке? 5 стрел? Лучше лут? Летающий камень. Ну ладно. Это мне очень сильно помогло. Я же долетаю. Должен. Да как мы с тюленем-то не долетим? Фу-у-у, тут все изи. Чаешь. Так, это что за херня? Не знаю, я вижу сюжет, иду на сюжет. Другого не дано просто. Зачем? Ёпарисы ты. Святилище и Гасен охренело сейчас. А не удивлюсь, если оно будет пустым. Это будет просто чекпоинт. И оно представлено как чекпоинт для того, чтобы я сюда мог вернуться. Ну, как вот было с этим. С кораблем. С квестом тюленя. Не удивлюсь. Нет, это прям испытание. Летающая вода. Окей. Знаете что? Я уже мог сделать вот так вот. Нет. Что ж, я тогда просто жду. Ну подожду и подожду. Это было сложно, пипец, конечно, понять, что надо. Так, давайте найдем сундук, во-первых. Сундук. Сундук. Ой, вот он. Так. И мы его схватим. В чем была сложность? А это сундук-мимик. Поэтому не сложно. Так. Я могу? Вот оно чё. То есть ты зеленую сферу двигаешь и можешь прыгать из... Пипец. Ну что ж. Ой, тут тоже ведь это сраная гравитация. Господи, отпусти ее. Но мне сюда. Хм.
Так, дальше что? Ага. Я могу? Я знаю, что... А, что? Оно двигается только здесь? Ой, это минут. А, я понял. Мы должны вот при помощи этой херни задержать, поставить сверху балку, а потом использовать прыжок вверх. А как это мне поможет? Ну, сейчас посмотрим. Оно не останавливается. Полетели. Понимаю. Тогда не понимаю. Хорошо. Надо как-то с этим шариком решить этот пазл. То есть мне... То есть я могу... Я думал, что здесь все просто. Типа взял, остановил. Я могу... Держать и вращать у меня. Может быть, проще сделать так? Нет, тогда он остановится в том-то дело. И что? Это мне дало? Типа, если я поставлю его вот сюда, то он полетит наверх, а потом полетит... может быть. Может быть. Ему же остается только наверх лететь, да? А, погодите. Так, может. Сделать вот так. Опачки. И полетели. Да? Ну, я, по крайней мере, вижу решение так. Все. Запрыгиваем и влетаем. Кто мог промазать, когда бежал по прямой? А, зачем я вообще это делал, если мог просто вот здесь отлететь? Еп. Да, легко и просто. Блин, это было прикольно, окей. Немножко с физоном так. Взял, помудрил, и все окей. Ну ничего, сюжетом закончил. Смотри, тут двойной сюжет был. Пришедший в святилище света.
где в заточении очищается вечное зло. Ты добрался сюда, с блеском пройдя испытания, а еще нашел лук, новую броню, которая тебе ничего не дает, всякие штуковины. Мы озарим тебя хранящимся здесь светом, который изгонит зло. Копим 9, потом как на, прокачаем еще одну, один кругляш выносливости. Зачем? Я дебил просто. Да. Не ищу легких путей. Абсолютно. В этой игре. Ну что ж, в следующий раз мы обязательно пойдем и этот... Симон! Сифон! Или как тебя там? Приведем его куда надо. Да, пока что, что ж, вы узнали чуть-чуть больше сюжета этой игры. Да. Мы оказались там, где в заточении что-то там великое зло, бла-бла-бла. И частица света снова наделяет меня силой. Между прочим.